Ух ты! И снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребята, калина красная, калина горькая. Опять мне выпала разлука долгая. Почему калина горькая? Нет, мы сейчас не только под ее вкусе. Калина, как же? Калина также символ любви. Любовь горька, как и вкус ягод. Все сначала кажется красивым, ярким, как и спелая ягода. А когда познаешь любовь, она оказывается горькой. Как и когда раскусишь плод. Про горечь калиновых ягод есть легенда. Были когда-то ягоды калины слаще малины. Красивая девушка полюбила гордого кузнеца, который не замечал ее и часто бродил по лесу. Ничего не помогло, и решила она тогда сжечь тот лес. Пришел кузнец к своему любимому лесу, а там все сгорело. Один только калиновый куст сохранился, политый горючими слезами. А под кустом увидел кузнец заплаканную красавицу. Прикипело его сердце к девушке, влюбился он, но было уже поздно. Вместе с лесом сгорела и красота девушки. А когда калина дала парню умение отвечать на любовь, и в глубокой старости видел он образ юной красавицы в своей старухе. Но с тех пор горчить стали ягоды калины, будто слезы неразделенной любви. И пошло поверье, будто букет калины, приложенный к истрадавшемуся влюбленному сердцу, успокаивает боль. Вот такое поверье. Ну что ж, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята.